Друзья, всем привет! Наконец-то наступила осень. Я вырвался походиться на рябчика. Свежий воздух, красивые такие расцветки. Осенью мне что нравится, вот желтый, красный, зеленый, прям так приятно смотреть и ходить по лесу, дышать свежим воздухом. Значит, в том году я приезжал в это место, также в сентябре, добыл 2 рябчиков. Рано утром встал, в 6 утра, минут 40 добирался, и вот я на месте. Сейчас похожу, поброжу, свежим воздухом подышу, побалдею, часа 3, наверное, по лесу. Тишина, классно вообще. Когда один ходишь, просто слышишь все. Начинаешь прислушиваться. Прям офигенно. Запах такой лесной, ягодный, грибной запах. Прям приятно, конечно, ходить. Ну ладно, что из этого получится, посмотрим. Погнал я. Нет, друзья, показалось. Это, походу, были сороки. Была тишина. Откуда-то прилетел. Я даже не подзывал его. Вот такую рябину любят рябчики. С помощью такой рябины люди ставят еще ловушки на рябчиков, делают петли. Но я считаю, что это неправильно. Откликнулся по камесь один рябчик, и то он улетел. У меня пошел дождь. Неприятно, конечно. Ну а что делать? Это осень. Приходится и в дождь попадать. Ладно, буду ходить дальше. Шишек тут, в принципе, не так много, но шишки есть кедровые. Ну, зато после дождя грибы полезут, потом поеду за грибами. Ну и за ягодами. Брусники тут нету, есть черника. В этом году я еще ягоды не ел. Крупная сладкая черника. У меня прям сильно усилился дождь, хорошо, я далеко не ушел от машины. Решил вернуться к машине, вот надо переждать дождь, попить чаю, перекусить, а потом опять в лес. Хочется, конечно, заснять красивые кадры. Сейчас приехал на машине в другое место, буквально 100 метров от дороги. Здесь такое болотистое место. Обычно рябчики любят, где больше воды, там они в основном кружат. Чтобы воду пить, чтобы ягоды были, муравейники были. Один отвлекается, сейчас попробую еще поманить.
Все-таки выманил я, долго манил, подлетел, я его увидел. Он без всяких звуков подлетел. Вот, я его заметил. Ну, кадры, конечно, получились красивые. Ну, друзья, взял одного рябчика. Проходил я 5 часов по лесу. Переехал в другое место. И в итоге я, как и предполагал, что вот возле болота он все-таки будет обитать ближе к воде. Ну вот, одного нормально взял, все-таки своего добился. Все, я доволен, можно ехать домой. Ну и всем до свидания, кому было приятно посмотреть это видео. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и ставьте лайки, пальцы вверх. С вами был Андрей, всем счастливо, всем пока, до следующих рыбалок и охот.